Доброе утро. Вот, сегодня какое число? Уже 8-е. Какой день, не помню по счету, но собрались на Белое озеро поехать. Четверг, да, сегодня. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Шестой день. Шестой. Шестой. Дети, вы хозяева лагеря. Вы. Погода, как обычно, шепчет чего-нибудь. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу, угу. Всем нелинжанам привет. Да, мы находимся за ручьем скотечного, со станового. Впереди, за спиной, утески у родственника. Он идет в Федосовскую. Федосовскую, не знаю, пойдет он на Карповскую, сходит, не сходит. Сходим, глянет. Сходим. Туда и сюда дойдет. Хорошо, ладно. Все. А мы продолжаем путь. На Белое. На Белое, да. Эксплуатация европейского труда продолжается. Вот так вот. Ушел на сон. За кордон. Еще нас ждал вот такой сюрприз. Приехали, называется. Типа нормально, но потом увидели вот это вот. И такие дела. И забыли насос от лодки. Дрючина. В общем. Да. Промухали. Вот это озеро Белое там, в Америке. Ну скажи что-нибудь. Что я могу сказать? Вот полная жопа, блин, колесо проткнули, насос потеряли. Вот хорошо я не потерялся. Бери шпиннинг давай и пойдем рыбачить. Да, Виталик, так как ты за рулем, я на весла тогда. А, ну давай, исправь.
Ну вот, немножко перекурили, посидели. Выдвигаемся. У мужиков настроение поднялось. Все зашибись. Да, Андрей Викторович? Да, да. Как говорят, могло быть и хуже. Видишь, красота какая. Видно, что с самого утра с этим приключением нам придется раньше сниматься. А? Готовится? Готовится. Озере Белом. На Белом. Не знаю, видно ли в камеру радугу. А, чутка видно. Вы конца. Это, к счастью, кто-то поменяет. Точно. Кто-то поменяет нам колесо. Придем, оно уже поменено. Да, все, поменяли. Сказали, меняем на спиртное. Вот так. Вот, мучить-то нас не надо. Не договариваюсь. Дай-ка. Дай минуту. Я тоже брошу его. Какой трезвочек. Слушай, совсем далеко от берега. Видно нормально. Какой, блин, лопушистый лопух. Вот смотри, где под какой мы попали. Небольшой. Привет на Корсаре! Последний шанс тебе, скотиняка. Не вытащишь, заменю. Он будет весной, она клевала, да, в озере самой. Блять, хороший же это самый. Умер. Пока ни у кого не нашел. Плечица у берега.
А закон Палыча никто не отменял. С утра тут не погода была, да все равно собрались. Если тоже заниматься делом. Че, ну, рыбу наловили уже, кастрюлю большую. Ну, вот тут все рядышком. Ну, привет вам всем. Взаимно. Да, взаимно. Пока. Ну, че, кому будем звонить, кому надо позвонить? Наливай давай, закон Палыча ломать теперь. Поймали по пару. Мята идет, да? Да. Поймали по пару это самое хвостиков. Не по пару, а пару. Пару. По пару, да. А потом полчаса тишины, и тут все поняли, почему пришлось. Противный Палыч. Противный Палыч. Надо придумать какой-то столик сюда. Или бы этот столик сюда. Ну, вот это оптимальный вариант, по-моему. Ну, ладно, что я начал. Бам-бам-бам. Какие-нибудь поставили сюда. Ты приснулся в обувь. Все, встаемся. Да? Ну, ребята. Ну, пасаран. Да. Рот-фронт. Ну и так далее. Рот-фронт. Рот-фронт. Только что отметили. Двух хвостов. Здесь что-то булькается, но не ловится. Здесь булькалось, пока мы стояли? Нет, когда стоял в другую сторону, то все равно булькалось. Телега? Видишь, какая коряга тут? А кушки-то вот смотри, смотри, стоят. Вся мелочь вот тут стоит. У коряги. Тут надо мелкой-мелкой сеточкой. Вот таких, такой рыбы тут завались. Рыба с нами не сотрудничает. Ребята уже уплыли за мыс.
Фильма. Ну и где ветер, который нас носил? Дождик. Давно не было. Да. Так, то есть это получается грибной дождь. А грибов нет. Ну вот, мы максимально сократили программу, потому что щука нас надула, за исключением пару маленьких выходов, там ничего больше и не было. А у нас еще карака чинить, и как бы там время на него тратить, и уху вроде как варить надо. Ну, в общем, доехать до места ремонта. Да, то есть день и вечер насыщены, а тут просто ни хрена не было сегодня. Поэтому с белым закончим. Так, мы с Сашей пошли за чем? За помощью. За помощью мы. У нас колесо, вот оно, видишь, пущено. Ага. Сейчас мы его найдем. Это вот его копнуло. Но он, конечно, как-то немножко жестко. Ага. Уха у нас тут. Да, после всех выключений. Да, к сожалению, сходили со шкивря. Ну, я просто условно говорю, по факту, не потому что зря сходили. Не игра слов, а придется все на самом деле запустить. Без разницы. Если что, виноват во всем вот этот человек. Мне нравится. Быть виноватым? Вкусно. А вы что скажете по этому поводу? А вот и подадут, мы тогда это все и заценим. А вы готовы сегодня бежать за каракатом? Бежать за каракатом? Да, какие проблемы? А вы готовы сегодня еще раз пробежаться до каракатом? Все, легко. Тырырин, 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 тын-тын. Не благодарите. Свежая рыба только что плавала вон в этом озере под теми двумя радугами. А нам еще кандыбать. Ну, это точно маленькое колесо. Ну, маленькое, маленькое. Мы выбивали. Я понимаю. Куда его? Где его вправо? Сейчас. Тут еще вышел, наверное, не хочет. Вроде пошел, да?
Хорошо. Так, не пускайте меня на рукой так. Подожди, подожди. Я приезжу, наверное. Все выше? Ага, все попал. Только пипку тебе держи, пипку. Пипку тебя держу. Так, Михаил, подожди. Надевайте колесо. Миша. Там. Так, Миша, не вижу. А оба дай Миша иди. Че ты? Не понял. Так, давай. Оп. Есть. Оп. Ее бы сейчас накачать. Принес, мешает. Немножко. Его надо накачать сейчас. Немножко подкачать, чтобы. Ну это же можно ставить обратно, слышишь, пока? Разве. Нет, это же можно. Смотрите. Возьми, Саш. Это, Саш. Ага. Хватит? Я подойти тогда не переживу, закручу. Заводить-то не будете? Может завести УАЗик-то лучше? Но все меньше будет. Лучше будет. Есть? Вон на этом же и висит.